Всем привет, Толики. Что хочу сказать? Я сегодня ленивая. Очень. Вообще не знаю, так что-то тяжело идет этот семинар, который я запланировала вообще стартануть еще на прошлой неделе. Но приняли только в 3 часа, пока мы сдали анализы. ЭКГ, анализ крови, потом очередь очень долго принимает врач, ну реально он очень много рассказывает, разъясняет, какие побочки будут после химиотерапии. Так вот, я даже там плакала, а плакала почему? Потому что он мне сказал не очень хорошие новости. В общем, у меня метастазы в печени. И химиотерапия будет, колоть мне будут вену первые 2 сеанса, то есть по 3-4 дня, первый и второй раз через перерыв 10-14 дней, вот, а потом мне поставят венозную порт-систему, типа сюда такую штучку, как они ее ставят, не знаю, они что, лезут, ну короче, это страшно, пока не стала вникать. Вот, плюс он мне сказал кучу побочек, которые могут быть, и точнее, скорее всего, которые у меня будут, потому что курс химии будет долгий. Выписал рецепты, и сейчас будет респекулечка. Раньше у меня была косметика, да, всякие прибамбасы, гель-лаки, а теперь у меня лекарства. Но сделали со скидочками, тоже хорошо. Вот, вот так, как-то так. Я шла и думала, за что мне это? Вот реально, чем я так в жизни провинилась? Не понятно. Рецептики повыписывали, тут 3 листочка. Где третий? А, третий остался. Дело в том, что это не все лекарства, там еще 4 каких-то лекарства. Короче, под заказ в субботу заберу. Со скидки новенько первые дни. Даже первый сеанс, когда начнем, сказал, буду лежать 4 дня, а не 3, потому что, ну, чтобы посмотреть, чтобы, потому что может быть сильно плохо. Ну и волос не будет. Будем ходить по реке. Ютубики. Что хочу сказать? Сегодня уже прихожу в себя, беру себя в руки и начинаю думать. Это очень полезное занятие. Вот, начинаю думать, что мне делать, с учетом того, что будет курс химиотерапии долгий. Вот, понятно, что у меня есть курсы, да, я продаю, я их раскручиваю, но каждый раз по-разному, поэтому я не могу только... Где-то тут сбоку дырочка была, вот, но уже все хорошо. Даже, в принципе, не торчит сильно, да? Ну, поправимся. Главное, что никакого дискомфорта. Все круто, все супер, мой животик самый лучший. Мы с ним пережили такое, но ничего. На свадьбе заживет. Всем привет, улики. Вчера полдня проспала. Я вчера спала днем, где-то с 5 до 9:30. Потом спала ночью. Я заснула где-то в 1:00. И сегодня с утра проснулась часов. Можно посмотреть на Allegro, можно посмотреть, есть сайт Ашейн, можно у XBU, вот, по поводу более качественных материалов, то это, конечно же, ищите в городах своих магазинах.